Всем привет! Вы на канале Попугайчик ТВ. Сейчас у нас утро. Попугайчик наш проснулся, покушал. И сейчас развлекается, занимается теми делами, которые ему интересны. Вот сейчас он точил клювик осепию, если вы видите вот сзади него. Да, Ташунька. Сейчас он кору погрыз. Сейчас вот меня заметил. И умчался на другую ветку. Мы сейчас начали линять. Вот такая у нас новость. Каждый день мы пылесосим, перья собираем. В клетке перьев полно. Но вот сейчас пока еще мало, потому что вчера на ночь я все убрала. Да, Тошка? Вот он. Красавчик наш Ташуня. Наш Ташуня, красотуля. Да, да. Скажи, выпустите меня. Выпустите меня полетать. Сейчас выпустим тебя тоже полетать. Да. Вот так он чуть-чуть позанимался. Погрыз. Сепию погрыз. Все погрызли мы. Все грызем. Да, Тошка? И линяем. Да. А хозяйка, то есть я, которую зовут Светлана, если кто нас еще не видел, убирает за нашим попугайчиком. Да? Ухаживаем. Заботимся о нашем любимчике. Да, Ташунька? Да. Сегодня вот за окном солнышко. Да? Погода хорошая. То тоже прям с утра вчера все спал и спал и спал и спал. Полдня спал, да. У всех настроения не было. Вчера было пасмурно. А когда пасмурно, то и настроение не такое прекрасное. А сегодня солнышко, да. И тоже наш оживился, как видите. Видите, какой активный. Да. Уже мы не спим. Да, вот видите. Ждем, когда нас выпустят полетать, крылышки размять. Да. Крылышки. Где у нас крылышки, Тоша? Вчера, когда выпустили его, он столько летал. И летал, и летал. И летал, и летал. Да. Обязательно надо попугайчиком летать. Нам ходить людям по земле, а попугайчикам надо летать. Тоже внимательно меня слушает. Что-то добавляет. Тоже ты меня добавляешь или поправляешь? Ты согласен со мной? Да, скажи, конечно, я согласен. Я же птичка. Птичке надо летать. Да, мы хорошие. Клювики точить. Да. Вот сегодня такое у нас прекрасное утро. Вот очень ему нравится грызть вот эти жердочки, прям очень нравится. Очень. Скажи, выпустите меня на улицу, да? Да. Я бы полетал там, погрыз бы все, что там есть. Там деревьев много. Любое бы выбрал. Да, Ташунь? Ну, вот видите, вот та веточка. Вот обглодана. Да. Вот я вчера смотрю, он ее все-таки обгладывал. Но очень редко он к ней приближается. Больше вот эти веточки он любит. Да, Тошка? Тошка, Антошка. Тошка, картошка. Да, мы так ласково Ташуню нашего называем.
Что ты там нам говоришь, Тош? А? Что ты там рассказываешь? Так что Тоша наш начал линять. Может, я потом засниму, сколько от него перьев летит. Перья летят целый день. Целый день. Да, Тошка? Да. И хозяйка ходит, собирает их. Твои перышки красивые. Ну а сейчас, по нашей доброй традиции, я передаю приветики. На этот раз передам приветики всем, кто мне написал в комментариях на последнем видео. Привет передаю, милая, Рокси компания. Опять Рокси компания. Привет, Ганстер 2000. Следующая, Настя Финтюшкова. Прошу прощения, если неправильное ударение поставила. Не знаю, Эльфинтюшкова или Финтюшкова. Прошу прощения заранее. Волнистый карчик и улитка Уля. Привет вам. Немного о разном. Привет. Татьяна Шатохина. Привет. Гульзира Абдрахманова. Привет. Фуни Систерс. Привет. Как живут попугаи? Наблюдаем за ними. Привет. Тоже вот прошу прощения, когда вот на английском языке я его не учил. Поэтому, если ошибусь, прошу прощения у вас. Крим. Нет, лучше не буду я читать вам слух, чтобы совсем уж не опозориться. Вот посмотрите сами. Прочтите. Принцесса, принцесса Селестия, привет. Елена Карпункина, привет. Вот тоже боюсь ошибиться. Посмотрите название, прошу прощения. Это то, что не могу прочитать. Супер Нанусик. Мисс Аля, привет. Вот тоже не по-русски. Тоже прошу прощения, что не читаю, друзья. Извините, пожалуйста. Ну, не учила я английский язык, учила немецкий. Маленькая хозяюшка, Маша Мария, Лиска Шов, где могу прочитать. Family Life Vlog, привет. Детский Модняшка, привет. И вместе с Ариной, всем приветики. Вот это на последнее видео. Уроки музыки для попугая Тоши. На этом мы с вами прощаемся. Пока-пока.